Компания «Простор техника с наработкой» предлагает прицепной разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-12. Грузоподъемность 12 тонн. Переоборудован подвал отбора мощности. Пневматическая система тормозов. Бункер внутри весь изготовлен из нержавеющей стали толщиной 5 мм. Все в хорошем состоянии. Маленькая наработка, использовался на одном виде удобрений. Менее 100 гектар в сезон кидал удобрений. Редуктора. Все в рабочем состоянии. Лопатки тоже нержавейка 5 мм. Небольшая коррозия видна на обычном металле, но это не критично. Все работает. По корпусу тоже есть небольшие следы ржавчины. Но опять же, внутри кузов весь бункер выполнен из нержавейки. Если заинтересовало, звоните, покажем. Организуем доставку в ваше хозяйство.